Why not good? Oh. Oh. А вот наш басик. У нас отель, оказывается, не пустой. Есть европейцы. Но я с утра на завтраке даже русских видел. Сибич я покажу. Если еще остались, то попами трясут. Покажу вам их. По субботам здесь, говорят, весело. Димасу всегда весело. Где Димас, там и весело. Для канала, пацаны. Чисто для канала. Так я не дикарь. Правда, роста небольшого она. Жопа хорошая. Сука, я вечером приду и встречу ее в стрипушнике на шесте. Бля, там съемка запрещена. Что это такое? Азот? Выхлоп? А, это Мерседес старый еще? Да, 240. Прикольно. Какой год? 91-й? А что, состояние, смотри, какое. Хорошее. Бенц. Перегретого Боба не буду снимать, он агрится. Говорит, что он звезда. Президент. У него есть свой канал, и он перегретая пенка Хусейна. Посмотрим, что здесь. Чикен, не чикен, порк. Свежий вроде все. Димас уже 3 дня ничего не ел. Да? Бля, еду, я показываю вам еду, потому что я очень голодный сейчас. И у меня даже есть бабки купить ее. Но мне что-то этот фудкорт не очень нравится. Какой из него? Мы пацанами собрались пивко попить. А пивко. Помните Виталика Санандар? Где он нас приютил, дал помыться и накормил. Сейчас выходные, может, дойдем до Чивенга, если у нас хватит сил и настроения. У меня кончился серотонин, энерджи, блядь, и нет денег на еду, нахуй. Чё ты пиздишь, что ли? А помогает, да вообще нормально питались, походу. Не, говорю, мы 3 недели ели картошку. Каждый день жареная картошка. Каждый день жареная картошка. Ты не заебался? Ты дома как питаешься и здесь как питался? Дома я питаюсь один раз в день, Толик. Один раз в день. Бля, хуёво у тебя. Приходи ко мне, я тебя покормлю дома. Ты, блядь, сам живет, главное, понял, где-то в пизде за МКАДом, нахуй. Бля, в пизде за МКАДом в одной стране, где аэропорт Внуково. Бля. В пизде рядом с МКАДом в другой стране. Понятно. Аркбар, все европейцы тут, мини фулмун. Короче, кто приезжает всем на неделю, на две? Тусуется тут, да? Да, все бухают просто до последнего. Не берите здесь кальян, здесь он хуёвый, на древесном угле и с хуёвым табаком. Беременная. Я пьяный, я наглый, мне похуй, да? Серьёзно, в майдайских футболках? В каких футболках? Майдай он. Да не. Просто, короче, один раз ходили и купили. Это так называется. Да я предпочитаю все-таки не проверять, короче. Питер Тайец, говорит, тусуется с трансами. Пьяный кудрявый Толяс вышел на улицу сегодня. Бля, это пиздец, ты заебал. Это пиздец. Я даже не могу смотреть, ну просто похуй. Я для подписчиков стараюсь, чтобы они видели, что, короче, бля, есть такое. А с утра, короче, бля, это как? Я просто для подписчиков, бля, пацаны.
Пока мы гуляли, Димас двух подруг цепанул. Димас пьяный, это, способный. Бля, вам, наверное, не видно, но, короче, идет одна пышечка, килограмм 70, мне 1.70 м. Я про слово секс услышал и испугался, думал убегать начать. Здрасте. Они улыбаются? Улыбаются, значит, у них все... Да ладно. Улыбаются, значит, в Таиланде. You not want my friend? You not want my friend? She is... He is good, good. Я стеснительный. Why not good? Why not good? Оу! 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 Ты чё, вот за хуй она придержалась, и чё дальше? И всё, говорит, у тебя хуй маленький, и пошла дальше. Я, говорит, такие негритовские, говорит, хуи видела, что, говорит, твой, блядь, даже близко не стоял. Мой милый сморчок должен быть ей, блядь, новинкой, нахуй. Новинкой? Новинкой. Новинка. Вот знаешь, видела. Такая новинка, она не почувствует такую новинку. Да и похуй, я-то почувствую. Когда она сказала, поставь меня быстрее, и Сергей оказался в неловкой ситуации, потому что он трахал ее уже 10 минут. Бля, а что она жрет? Бля, она устрицу съест. Не, она сказала, она купила, она и жрет. Предлагала нам, типа, и все. Спаси. Бля, если даже тайка, блядь, слезится, там жрать вообще не вариант. Ход спайси, е? Бля, ебать, пьется просто едет. From Russia. Спасибо. Спасибо. Привет, привет. Привет, you know, привет. It's hi. Привет, спасибо. Он китайцы. Спасибо, привет. Why you stay alone? Where your friends? Friend, come. Come? You wait friends? Yeah, daddy. Girlfriends? Пиздит, конечно, шлюха. Ты тоже, блядь, здесь полчаса Франции ждём, ага. Все. Наша тайка, блядина, съебалась. Мы, и мы доедаем ее салат, дай попробовать. Бля, острый пиздец. Я попробовал. Бля, ты не жди красный-то перец, убери в сторону, я немножко туда хуяю. Это чем салат? Папайя. Бля, полчаса не пизделано, ждала Франция. Любой торт-то. Very hot, блядь, chili spicy, нахуй. Тайка нас угостила салатом. У меня ебало горит. Сосиски вылетают. Ты что, ты ешь, что ли? If you want beer, I give you. If you want... If you want beer, eat. You know what, yeah. You know, yeah. If you want it, yeah. Okay, I'm gonna put one more. Whoa, 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 yeah, give me five. Красавчик, брат. Красавчик, кто наебал папу тоже. Они голодные. Окей. Это good. Бля, нихуя. Съели сосиску. Давай. Давай, давай. Don't have money. You want beer? Ну не делай, блядь.
How old are you? How old are you, man? Фоткай пенку Хусейна. Пенка Хусейн передает привет своим подписчикам. Димас, ну ничего, ты если хочешь трахнуть эту толстую тёлку. Ну что, я ее трахну, я не стеснительный. Ты её трахнешь? Я не стеснительный, Толик. Это добрый китаец, который кормит всю семью. Китайцы, думаешь? А как бы фан? Хеллоу. Хеллоу, 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 хеллоу. Нихуя не хеллоу. Ну пошли в Green Mango. Ой, в Green Mango, в Sound. Или будем забирать это оставшихся таек. На. А что, улыбаться будем? Хай. Сука, не успел шепнуть. Они с типами, бог. Пошли дальше. С типами были. Там. Вот там я вчера был, вот там по прямой. Оп. А там нет народу. А вот там жопы трясут. Пошли посмотрим. На палке на аккумуляторе и одну палку Димаш вчера израсходовал. Сука. Ну эту историю ты должен рассказать моим подписчикам. Или не будешь? Как Джеки Чан тайка на тебя, блядь, с ножом выпрыгнула. И отняла паспорт. Я прошел, не снял. Баскет мертвый, говорит Димас. Но волейбол есть игра. Я вижу, ну только наш, блядь, Дак с Махачкалы какой-то хуй сдает. Я видел, занял, а еще по центру он на плакате. Бальные танцы. Не, давайте пацанов на бальные танцы, они будут заднеприводные. Ну, конечно, как вы их воспитаете. Ну вот, бальный танцор, оп. Либо он шаолин, хуй знает. Дай банан. Фрайд Йеллоу Нудл от Димасика. А папа Толя заказал супчика, чтобы стало легче после бухача. Я, может, много не бухал. Да не, в моменте я набухался. Терся стайками, блядь, трогал всех подряд за жопы.
В ответ они меня либо за хуй хватали, либо за жопу тоже. Прикольно было. Какой-то принесли с лапшой фунчозой. Ну, бля, вроде ничего, бульон вкусный. И много чего-то. Я думал, поменьше будет.